И вот Юра... Юра? И я предложил немного погостить у вас. А чего? Если вы не против, Юра, заноси вещи. О, прекрасно. О, замечательно. Ты слышишь? Юра, ты слышишь? Это ж ни стыда, ни совесть, а? А во-вторых, знаешь, тоже 9 месяцев без женщины это... Да. Что да? Что да? Нет, Коть, я не в том смысле. А в каком? Я в смысле, ты права. Ну, Коть, молодость, ну чё? Ничего не говори. Просто иди за мной. Дедушка, Юра тоже не беременный. А смотри, с каким удовольствием это все. Юра, с удовольствием. Женечка! Я упал, Котя! Упал, отжался! Зая, за мной. Не дай бог. Ну что, все молодеете? Ну так. Что, мясо начали кушать? Не дождетесь, Валентина Петровна. А у вас что? Хлебозавод сгорел, и вы в бессрочном отпуске? Да тьфу-тьфу-тьфу, типун вам на язык. Пойду я. Не буду мешать программе «Контрольная закуска». Спокойной ночи. Спокойной ночи, пан Степан. Не, скорее, приятного аппетита. Ну, курить мы бросили с тобой. Зая, резко бросать курить – это большой стресс для организма. Поэтому бросаем постепенно. Сначала ты, потом я. Здрасте. Здравствуйте. Идите сюда.